Продолжаем выпуск. Цены на картофель и морковь бьют рекорды. В отдельных торговых точках морковь продают по 700 тенге. Область заключает соглашение на прямые поставки этих и других видов зелени с южными регионами страны и Узбекистаном. На пополнение стабфонда на 2020-2021 годы предусмотрено 1,4 миллиарда тенге. Из этих средств четырем субъектам предпринимательства выдано льготных займов на 500 миллионов тенге для поставки социально значимых продуктов питания. Принимаемые меры дают эффект. Цены на картофель начала падать. Из Туркестана Сарагаша привозим по 180-200 тенге. На рынке по 220-250 тенге. Морковь в Туркестане только начинает созревать. Мы всегда на связи с предпринимателями. В Магнуме продавали ее по 700 тенге. После бесед сейчас морковь стоит 430-450 тенге.